Теперь да. Ой, красавчики. Это петушки заехали к нам в зоомаг. Приходите, выбирайте на подарок. Шикарный подарок. Хоть ребенку, хоть взрослому. Кислород им не нужен, дышит атмосферным воздухом. Можно сажать маленькие аквариумы. Вот такая красота. Вот он пугает, жабры поднимает, кидается на золотуху. О, красавец. На видео всех оттенков даже не видно. Там и бордовый, и синий. Отдельных изоляторов, потому как они дерутся. В общем, аквариумы плавать они не смогут. Будут бои без правил. Гоняет золотые. Типа, иди сюда, сейчас тебе морду набью. Под петушками плавают золотухи и юные телескопчики. Ну, конечно, петухи красивые, вопросов нет.